Дорогие мои друзья, дорогие земляки, 10 мая в 11 часов дня в Амурской областной библиотеке я открываю свою персональную выставку фоторабот, посвященную амурскому волонтерству. Эта галерея будет посвящена каждому амурчанину, каждому благовещенцу, который внес свой посильный вклад в наше общее дело, в помощь парням, которые сегодня выполняют сложнейшие боевые задачи в зоне специальной военной операции. Фотографии, которые я представлю на этой выставке, будут опубликованы впервые. На этих фотографиях офицеры морской пехоты, выпускники нашего Дальневосточного ВОКУ, добровольцы, которые не оставили свои дома и встали на их защиту, гражданские, которых из-под огня выводили наши бойцы, выводя их из подвалов, в которых их удерживали. На этих фотографиях люди, которые помогали нам на протяжении всего этого пути. Путь был долгим. Мы понимали, с какими рисками связаны эти передвижения. Эта галерея посвящена людям, которые работали и продолжают работать в тылу, обеспечивая победу наших подразделений, военнослужащим, которые, выполнив свой воинский долг, находятся на пенсию, либо комиссованы с вооруженных сил, но тем не менее продолжают, участвуют в помощи нашим бойцам. Эта галерея посвящена каждому амурчанину, каждому жителю города Благовещенска, который, несмотря на свою занятость, несмотря на то, что у него есть какая-то своя личная жизнь, работа, делает все, что в его силах, для того, чтобы помочь нашим парням. Двокусила, да. Это единственное, что заорал морпех из Мосвоку, когда мы подъехали. Увидел нас, Виталий сразу меня узнал. По его глазам было видно, что он наш. И Мосвич заорал двокусила. Ты, наверное, вообще, да? Конечно, только так всех и учим. Двокусила. Вот там наша страна. Передаю привет жителям Амурской области. Спасибо вам большое за поддержку. Уважаем большую благодарность. Ребят, всем огромное спасибо. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое за письмо. Спасибо тебе большое за твои пожелания. Спасибо тебе большое за письмо. Спасибо тебе за теплые слова. Мы обязательно вернемся и когда-нибудь с тобой увидимся. Россия — это Женя, Ваня, Наджав. Вот это Россия. Двокусила. Всего самого доброго.